Каждый год в конце декабря в Люберцах по традиции торжественно открывается елка главы. На новогоднем представлении самые маленькие жители округа встретились с любимыми сказочными героями. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. Нарядные мальчишки и девчонки в костюмах снежинок, зайчиков и тигрят знают, что желание в предновогодние дни непременно исполнится. Это мир чудес и настоящего праздника. Хотел Макомачив! Ждешь Новый год? Да! Чудо! Чудо должно произойти! Хочу с Дедушком Морозом водить коворот. Ребята увидели театрализованное представление «Приключения Шуршика» и «Мяуфисенты» или «Как мышонок спас Новый год». В новогоднем спектакле с радостью поучаствовали и маленькие зрители. Мы сегодня пришли первый раз с Вероничкой. Ждем чуда, ждем Деда Мороза. Чудо произошло. И тот, без кого главный зимний праздник не ассоциировался был с волшебством, появился. После представления дети получили сладкие подарки. Пусть праздник придет ко всем, кто его ждет. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.